Так. Факторио. 0.17.55. Присоединяюсь к моему другу. Присоединяюсь. Его зовут Стив. Никнейм Рага Муффин. Никнейм Рага Муффин. Да что ты будешь делать? Никак не получается соединиться. Опять он сохраняет карту. Мне сообщение было сейчас, что теперь я попробую создать сервер. Host game. Так, вроде бы это я сохранял. Ага. Где мы убили этих противное гнездо вынесли. Ну, у меня все работает. Чё? А, это я зашел. Паузу поставлю. Паузу поставил. Сейчас ко мне друг присоединится. Жду. Ага, присоединяется. Пока все хорошо. Угу. Да я вижу. Пишет сообщение, что вошел. Вижу, что вошел. О, у меня нет лагов. Ну, у меня не будет. Я спрашиваю, есть лаги? Есть лаги, я вижу. Вижу, есть лаги. Проблема. Что ж ты будешь делать? Ну почему же это все? Ну, он говорит, подождет. Маленький лаг есть. Так, вынесли мне то, мы то гнездо. Вынесли большое гнездовье. А, потерял я игрока. Как увидеть пинг? Я не знаю. Между нами плохое соединение. Между Англией и России. Ерунда какая-то. Присоединяется, но ставлю паузу. Ладно, буду паузу ставить. Так, жуки сильно нас не достают. Да, присоединился. Оп. Так. Я вижу его инвентарь, я ему пишу об этом. Ах, опять он, я его теряю. Ерунда. Какая-то творится. Как играть? Бывают такие проблемы у нас в Факторио. Опять. А,
Я ему написал, чтобы он еще раз присоединился. Что такое? Что такое? Ай, невезуха. О, вошел. Пу-пум. Так. 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 Опять теряем. Опять мы теряем связь. Как же это печально. Я буду продолжать. Что-то сломали. Стену. Надеюсь, просто стена сломалась. Да, где-то стену сломали. Но они не пройдут. Опять я его теряю. Патроны не производятся. Почему-то. Что такое? Почему? Патронов не будет, я так понял. А, будут. Это карта. О! Я расширяюсь на запад. Бутылочки сейчас закину. Чё сломали, чё сломали? А, ну это не страшно. Сейчас в лаборатории загружу бутылками. Бутылки. 80 бутылок, хорошо. Пока вручную. Пока мало места, не можем ничего автоматизировать. Так, ну он интересно сделал. Только у нас мало меди, что ли? Все, короче, я расширяюсь. Железо есть, меди возьму. Сейчас натырю. Наворую. Кто-то до меня наворовал. Да, Стив? Меди нет. Два стейка, ладно, хватит. Так, включу камеру у себя. А, так, я ему написал, что я расширяю. Как? Расширяю наше владение. Пока что просто в сторону. Чтобы эти сволочи. Жуки. Что там с энергией? Сломали нам опять что-то. Трубу, что ли, сломали? О-о-о. Кошмар. У него нет трубы. Трубу надо иметь с собой. Вот у меня с собой труба есть. Опа. Вот так до скалы. И также на юг. Полоску. Полоска земли у нас будет. Да, наши трубы жуки ломают. Надо защищать.
Ну, если взять, строить их заново, ставить трубы эти заново. Защитить его их, ну, их сложно защищать. У него теперь синий цвет чата. Разобрался он, как это все. Ой. Он разобрался, как все это регулирует цвет. Молодец. Я не разобрался. Ой, там жуки. Я туда не пойду больше. Так, исследование. Сейчас я задам исследование какое-нибудь хорошее, полезное. Я думаю, солнечные панели. Пожалуй. Нет, солнечные панели, конечно, это хорошая идея. На них, чтобы ставить их, экономия угля. В общем-то. Нам надо все. Так, 250 бутылочек, 100 бутылочек, 50 бутылочек, 40 бутылочек, 30 бутылочек. Ладно, пусть будет фабрика. Ну, Стив поменяет эту фабрику, но я все вам поставлю. Так, стену поставили. Камень убрать. Ой, я там поставил-то стену-то. Ну там, да. Ты что, гад, делаешь? Вот так, да? Встали. Там встали, ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, поставим инвертер. Без электричества, да? Ну, электричество будет. На нем. Полный, да? Полный. Ну, слава богу, уголь есть. Сейчас натаскаю уголь, раз уж я здесь. Ой. Так, вот. Здесь. В тот дальний сундук. Так, там уголь есть, там есть. Сюда уголь закину. Печки закину. Так. Кирпичей наберу. Стен надо сделать. Стены я сделаю. Превосходно. Так, в печки закину угля. О, они почти пустые. Так, исследования какие-нибудь сейчас сделаем, неважно какие, все нужно. Двигатель потом. Это сделаем, это надо, не надо, это не особо. Вот это может быть. 250 дорого. Сколько процентов дает? 20%. Да, это как-то не очень. Солнечные панельки поставим. Будем ставить солнечные панельки. Так. Так, везде уголь поставлю. Так, там было. О, у меня в инвентаре нет угля. А надо. Пойду возьму с майнеров. Какие у меня там не шевелятся майнеры? Вот этот не шевелится. В печке теперь. Так. Так. Все печки сейчас загружу, какие увижу. Надо не забывать. Не надо забывать, куда загружал, где не загружал. Так, в эту. Загрузил, в эту загрузил. Все печки углем сейчас обеспечу. Чего он пишет? Так.
спрашивает, какой план? Запутался, Стив. Так. Нефть. Через несколько часов нам нефть понадобится. Я стену разбираю. Все, эта стена нам не нужна, боковая. Западная стена. Сюда я уберу. Зачем нам? Так, бутылочки красненькие, наверное. Да, лаборатория еще работает, но я красненькие бутылочки закину еще вот туда. Пока рядом. Так. Так, теперь. Теперь я ему пишу, у нас есть место, чтобы строить наши фабрики. Надо все поменять. Так, начну с угля, пожалуй. Или нет? Да. Начну с меди. А, конвейеры. Желтую фабрику по строительству желтых конвейеров я поставлю. Так, желтые конвейеры. Тюм-тюм. Вот они, желтые конвейеры, железные шестеренки и железо. Сейчас проведу железо и железные шестеренки. Еще одну фабрику для шестеренок. Это будут шестеренки. Так, теперь конвейер. У меня конвейера нет. Пум-пум. Так. Ну ладно. Поставлю пока сундук. Так будет работать. А, и сюда надо сундук. Тоже с железом. Надо два сундука обеспечивать железом. Какой кошмар. Электричество сейчас сделаем. Ведь, так, электричество есть. Сундучок. Сундучок. Нет, деревянные сундуки делать не буду. Мы не настолько уже бедные. Так, меди избыток. Надо собрать медь, чтобы майнеры работали. Так, тут полно меди. Тут полно меди. Железа надо теперь. Тут полно железа. Тут полно железа. Ой. Что сломали? Стену? Стену ломают. На северо-западе. Ах вы гады, ах вы гады. Хотите здесь пролезть, чтобы размножаться, чтобы строить ваши гнезда.
Так, я пишу, что нужно защищать всю территорию. Так, жуки-то прошли. Жуки прошли. Там. Значит, надо поставить пушку. Патроны есть у меня? Да, у меня есть патроны. Пушку поставлю. В этом месте. Где они попытались пройти. И прошли. И прошли. Сломали он стену. Или не прошли. Что они тогда грызли? Сколько там было жуков? Так. Проблемка. Так, лаги небольшие. Ну что? Игрок потерян, написано. Так, в этом месте я поставлю пушку. Нет, это слишком мало. 44. 44 обойма. Все, Стива я потерял опять. Ставлю паузу. Сначала сохраняюсь. Потом ставлю паузу. Завтра у меня тяжелый день. Оформляюсь на новую работу. А сегодня надо поиграть. Сколько мы поиграли? Ну, внутри. Так, он вошел. Да, это кошмар, конечно. Вот так вот. Может, радар поставить сюда? Один. Один штука. Вот, тут камни у нас есть. Вода. Камни. А что это мигают, жуки? А, потому что загрязнение касается их. Так, что там? На юге что-то? Гады, юг надо защищать теперь. Ах, паузу нажимаю. Опять он потерялся. А, коннектится. Так, времени у нас немного на игру осталось. Меньше часа. Сейчас 6. Зашел. Так. Сейчас я там тоже пушку поставлю. Патроны поставлю. Засуну. А. А куда они пропадают-то? А, они там. Перебегают, перебежчики. Ладно. Тут я поставлю пушку, а там не поставлю. Немножко патронов запихну. 53 патрона. Все равно они сломают стены. Давай. Починю кое-что. Так, теперь там побегу. Успею, чтобы они не сломали стены. А, ломают стены. Давай. На тебе и тебе. И поставить еще одну пушку надо здесь, в этом месте. Починюсь. Так, и в этом месте поставить пушку. Вот она. Что, сломали?
А, это не страшно. Сколько поставить патронов? Вот, 50. 50. А, нет, не там поставил пушку. Надо ее здесь поставить, ближе к стене. Так, и так. Ломают? Ну, какие агрессивные жуки. Но зато это их отвлекает. И развлекает. Починимся немножко еще. О, плюются в пушки. Пушки плюются. Гады. Так. Это серьезно. Так, сделаю еще одну пушку. А даже не знаю, что делать. Ломают, ломают стену. Стену ломают. На тебе. Ты не пройдешь, и ты не пройдешь. У меня красные патроны. А вы заблудились, и вы заблудились. Ты тоже заблудился, дружок. Вам всем кранты. А тут была пушка. Сломали пушку. Хорошо, немного было патронов. И почему они сломали пушку? Мало ли было патронов? Или мало было стен? Почему пушку сломали? Ой, я в кислоту наступил. Она замедляет. И... снимать здоровье. Пока я стою на этой луже кислоты. Снимать здоровье. А, поставлю полностью. Засуну все. Надеюсь, так быстро не сломают нашу турель. Так, починюсь везде. Гады. Что происходит? А, пушка в них стреляет. Но они в таком месте сломали стену. В тонком месте сломали. Что, жуки умные, что ли, стали? Ладно, мы вот так сделаем. Ух ты, какие жуки ушлые. Я накидываю кислоту, но ничего страшного. Так, эту стену разберем попозже. Чуть. Так. Что-то у нас железа мне не хватает. Здесь я. Ой, я насобирал железо. А, и сундук нужен из железа. Тут ты железо все отдал. Надо еще взять железо. Так. Сундуки. О, 13 сундуков. Пригодятся. Ставлю все. Радар ставить? Не знаю. Я пишу, что делаю фабрику конвейеров. О, теперь у нас будут конвейеры. Сколько надо на один конвейер? Два железа, кажется. Да. И одно железо. Три железа на один конвейер. А тут у меня 500. Больше 1000. Нормально, будут конвейеры. Будет 500 конвейеров. На что-то хватит. Быстро работает фабрика. Так, добавим бутылочек.
красненьких. А зелененькие, где у нас делаются, производятся вот здесь. О, 4. 4 сундука. С бутылочками. 200 бутылок. О, еще раз тогда. Там сколько я красных-то закинул? 64. На солнечную энергию не хватит. Надо будет еще. Так. Так, я поведу... А, надо мне... Возьмемся конвейеры. Заберу железо. Железко. Я заберу все. Что он делает-то вообще? Посмотрю-ка. А! Хе-хе, слишком много меди, я ему говорю. Конвейер не может, не успеет ее дотащить, эту медь. Нужен будет другой конвейер. Ну да, он мастер. Производить вообще что-либо. Так, возьму этих, этих. Так. Так, я ставлю конвейеры. Ну что, делаются, нет? Не так сразу. Долго они делаются, эти конвейеры. Так, у меня патронов нету. Мимо. Желтеньких. Что ломают? Стену. А, тут не страшно. Может, радар сделать? Я же хотел... А, я его сделал! Замечательно. Пойду поставлю. Пойду поставлю радар. Потом займусь... конвейер защиты поставлю. Чё там, чё там, чё там? Ломают, ломают. Пушка справляется, а нет? Патроны у нее заканчиваются. А, надо бежать, помогать пушке. Кошмар какой. А, сейчас ее сломают. Жуков много. Жуков много. Стены ломают. Пушку сломали. Ну, пушка свое дело сделала. И опять же, жуки сломали в тонком месте. Злые жуки их. Так, пушку еще одну. Починю. Потом радар пойду поставлю. Так, куда ставить пушку? Туда то же самое место поставлю. Оп. Патроны. Ну, все свои отдам, ладно. Пока. Ей нужнее, ей нужнее. А я могу кулаком бить. И кучу стен поставлю. Раз уж они тут любят ломать стены, ломайте. А я сбоку поставлю там. Далеко на западе поставлю радар. Пусть поработает. Ай, не хватает. Мне нужно сделать провода много для этого. Чтобы довести электричество до радара. Будут плеваться, гады. Ладно, посмотрим. Сейчас, правда, появится у меня. Дерево надо набрать где-то. Чтобы еще были провода. Медные провода делаются из дерева. И меди. Медные слитки, медные пластины и дерево.
Так, столбики пошли. Так, главное не проронить вспышку. Не промазать. То буду искать. Где у меня тут отсутствует? Где отсутствует контакт? Буду искать. Так, эти деревья вырублю немножко. Тут их не очень много. Лесочек такой. Еще провод. Так. Так, лесочек вырубим. Что-нибудь будет у нас тут производиться. Сейчас радар заработает. Последний столбик заработал. Вот. Ну, покажи радар, что у нас там есть интересненького. Электричества хватает. Сейчас покажут. Светлый квадратик. О-о, жуки, жуки. Хотят к радару подойти. А нет. А да, они его будут ломать, что ли? Гады. А, гады. Ай, как плохо. Как ужасно. У меня нет патронов. Сейчас будут. Одна обойма, мало. Ах вы гады. На-на-на. Радар сломали, наверное, да? Ну, конечно. Эх, только поставил радар. А где пушка? Пушку сломали. Что ты будешь делать, а? Неудачная попытка называется. Пушку сломали. Сильные, потому что пришли. Ладно, конвейер ставлю. Пушки ставлю, конвейер ставлю. Так, пум-пум. Так. Так, как там пушка? Вот так стоит? Короче, не знаю. Так. Надо одну пушку сделать. Делать. Железа нет. А железо натырить. Чтобы пушку сделать. Так, эти майнеры за печки застряли. Сделаю я еще стены с кирпичей. Так, железо надо набрать. Вот гады жуки, конечно. Портят кровь. Так, исследования продолжаются. Пушки. Все сделать. Еще один радар. Хочу радар поставить. Пушек 31, слишком много. Не слишком много будет.
Так, так, зертер. Так будет. А пушка здесь будет стоять. Да, нормально. Поехали на оборону. На оборону. Сколько у меня осталось конвейеров, я не вижу. Надо смотреть. Надо поставить ярлычок. Это ярлычок. Это ярлычок. Ну, как много ярлычков. Вот так вот. И все нужное. Так, это я защищу. Чуть-чуть подождать. Несколько секундочек, чтобы получить первые пушки. Так, это они пусть... А, трубу ломают, да? Нет. Трубу пока не ломают. Но опасно. Надо там тоже ставить защиту, в общем. Сейчас по ее трубу сломает, гад. Не, не пошел. Плюются спитеры. Ну и где патроны? О, едут. По чуть-чуть. Что, еще сломали? Стену пока. Ладно, стену пусть ломают. Так, через минуту появится первая пушка у меня. Ставлю стенки. Здесь. Что-то у меня стен мало. Я больше не могу делать. Так, здесь надо стен добавить. Это потом. Нет, сейчас. А то ишь. А-а-а, нет. Нельзя. Один средний, остальные маленькие были. Починимся. О, нет, вот этим. Так, не слишком ли я близко к ним подошел? Но они вроде не атакуют пока. Что, сломали стену? Не страшно. Но они меня видят. Вот что плохо. Ладно, поставлю стену чуть подальше. Вот так. Вот так вот поставлю. Это починим. Так, тут что-то не ставится стена. Нельзя поставить. Ну так, позащищенней. Так, остался примерно час. Оп, тушку, пушку потеряли, пушку потеряли. Какую? Где? Не вижу. Так, надо бежать защищать то место. Противные жуки. Что-то он меня не сразу заметил. Так, это тоже. Так, маленькие бегут ко мне. Сейчас я маленьких быстренько расчехвостю. Они заплевали пушку, видимо. Толпа спитеров.
А, меня плюются. А. О, я все патроны расстрелял свои. Беда. Тут совсем... А, потеряли пушку. А, ну плюс, плюс, ладно. Тут дело плохо. Так, ладно, поставлю стены. Подчинюсь. Подготовлюсь к следующей волне. Видимо, рановато я задумал такую экспансию конкретную. Где Стив-то? А, трудится, трудится. Так, исследования почти закончились у нас. Закину красные бутылочки. Так, это я пока уберу. Это рановато. Что сломали? Стену ломают. Давай, пойду защищу стену. Стену надо защищать. Это теперь наша граница, наша страна. Куперляндия. Патронов мало. Я толпу уню. А, у меня тут есть патроны. А, давай. Он пытается починить что-то. О, мужики нападают. Нападайте, а мы будем ремонтироваться. Глупые жуки. Правильно? Да, правильно. Так и будет стоять. Так, он пытается восстановить производство патронов. О, хорошо. Я пишу, хорошо, хорошо, много патронов. Ага, что сломали? Стену. А пушку где сломали? Пушку где сломали, я не вижу. Такие чух. Так, надолго меня их не хватит защищать. Защищаться. У нас там проблема еще. Оу! Так, тут никого. Я еще слово юг неправильно написал. А, еще и... Ой, я неправильно написал. Это север был, а я написал south. Что значит южный? Так, ладно, расстреляю их здесь. Ах, вы с Питера, злые. Я вас всех исцеляю, у вас здоровье маленькое. Что там происходит?
Так. О, как много средних. Да все среднее. Ой-ой. Их очень, они очень сильные. Это кошмар. Ай. Что там? Так. Так, я его прошу сделать. Уже производство наладить. Патронов. Боеприпасы надо. Срочно восстанавливать производство боеприпасов. О, что там? Камни. Камни, камни. Ой, я собрал камни, ура. Это что, сталь? Так, пушки мы починим. Он вручную собирает, что ли, сталь? Стальные заготовки. О, конвейер надо починить. А, о! Он сделал производство. Окей. Так, сколько там? Так, о, хорошо. Что там сломали? Пушку сломали. Подонки. У меня патронов мало. Нет, мы не успеем. Они эволюционировали очень многих средних жуков. Так, стену отставить. Плюются, плюются, плюются. А я там стены. Стен больше нет у меня. О, сейчас патронов будет, нас будет убивать, у нас будут патроны. А, стену ломают. А, стену ломают. А, стену ломают. А, стену ломают. У меня закончились патроны мои. Прекрасненькие патроны есть. Фу. Кошмар какой. Где кирпичи? Так, кирпичи. А вот здесь наберу кирпичей. Что пишешь? Лазер, лазер. Чтобы был лазер, нужно очень много энергии. Так, чего они там? Так, где стена? Так, где стена? Я сделаю. Еще из сундуков возьму стены, кирпичи и сделаю оттуда стены. Я добавил. Что сломали? Ничего не сломали. Оп! Что-то бабахнуло, я слышу. Так, больше стен. Так, пушки. Кошмар. Так. Пошел, сделаю стену там, где они их сломали. Установлю. Так.
и починю. Так. Так, это надо для пушек место оставить. Так. Тут пушки должны стоять. Будут, которых нету. Да патронов нет, пушек нет. Так, поставлю больше стен пока. Это даст время. Починимся. Не видно ничего в темноте ночью. Так, ну что, поставлю пушки. Ладно, починю это. Чё? Как жуки? Зачем жуки ломают эту стену? Хорошо, я не успел ее убрать, демонтировать. Так, где производство патронов? А, вот. Стены я уберу. А, стену ломаю, да? А, здесь. Ладно, пойду защищу. Ну, сейчас вы нарветесь. Как неожиданно. Сзади пишу. На тебе. Вот вам, вот вам. Злые противные жуки. Так. Починюсь. Стена. Ну что, стена? Иду. Иду. На помощь. Ломают стену. О, надо дерево срубить. Вот так его. Так. Так, ну некоторые пушки работают уже. Не вижу патронов. Патронов не вижу. На конвейере. Тяжеловато. Очень маленькая у нас территория. Нападают жуки, они эволюционировали. Пушки, говорит, нужны больше пушек. Я написал, что у меня 31. 31 штука. Бать, ты что сделал, Стив? Не так. Зачем же? Что за... А так что, нельзя? Чем инзертета? Какой смысл? Чё, я не вижу, тут все нормально у нас. А, вижу, теперь есть расход. Здесь по конвейеру ползут патроны.
Так, так много чиню. Так, надо бутылочки красные перебросить. О, много бутылок, 126. Эх, ломаю пушки. Эй. Противные жуки. Нет, вы меня не возьмете. Вот вам, вот вам. Радар ломают, сволочи. Так. Кирпичи, кирпичи, не ломайте, не ломайте кирпичи. Ага, подонки. Слышу что-то. А. Сломали. А, вот здесь сломали. Тонкое место. Так. Нет смысла ставить пушки, потому что их будут ломать жуки. Ладно, я тоненькую стену здесь поставлю. По его просьбе. Маленькую, блядь. Так, мне нужно железо, чтобы все это починить. У меня ремонтные наборы уже заканчиваются. Так. Ах, вы злые жуки, ах, вы злые жуки, ломают пушки. Потому что они без патронов. Ну, без патронов они, какой смысл? Ну я дам тебе пушки, ладно. Патронов нет, чё? В них плюются и все. В эти пушки. Ставит опять. Ну патронов нет. А, во, есть патроны, вижу. Появились. Ладно, пойду возьму себе железо. Угля не хватает. Железо надо, чтобы сделать ремонтные наборы. Полные печки. Есть вроде у меня в инвентаре. Так, все, что смогу, починю. Так, где бутылки? А, вот они. Так, я все починю. А пока чинить буду, будет ремонтные наборы производиться. Ой, как долго. Минут 10. Ну то будет сразу много. Два стека. Вот печку сломали, гады. А в печке уголь. Ладно, не надо. Зачем инзертер? Прошу у него, почему инвертер здесь? Патроны не производятся, потому что нет железа. Я так понял. У нас же есть конвейеры уже.
целых сколько? 1000. Что-то говорит, паника? Не думай. Так, я делаю репайр. Так, тут у меня медь есть. Кирпичей. Больше. Сломали две печки. Поставим, восстановим. Кирпичи нужны. Уголь нужен. Сейчас забью углем. Ох, много средних. Так, все печки забью. Оставшиеся. Все оставшиеся печки забью углем. Ну, стреляйте, пушки. Что сломали? Печку. Так, трубу ломают. Без электричества пушки перестанут стрелять сразу. Так, трубы надо защищать. Ставить сено. Как не хочется. Так, я поставлю здесь забор. Пока электричество есть. Так вот. Так, починю что-нибудь. Да не плюсь это. Сломали, действительно. Я вовремя пришел. Все, восстановил. Теперь вода есть. Что, ломают стену? Стену ломают. Сволочи. Угу, есть. Так. Что еще ломают? Стены. Там ломают, и там ломают. Ай, как ужасно. Так, что бы еще исследовать такое? Что-нибудь такое, я не знаю, что такое. Ну, до лазерных турелей еще долго. Где они? Так. Ой, как их сложно сделать будет. Лазер. Потом лазер турец. Лазер. Ну, два лазера сделаем. Недоступен. Чтобы лазер сделать, нужно много чего сделать. О, вот это все открыть. Ладно, потом. А, 20% добавим. Пушки потеряем. Пушки теряем. Все теряем. О, жуки нападают. Оп, спитеров я расстреливаю. Спитеров я расстреливаю, которые у меня плюются. А!
Оу, плюются, сволочи. Я в состоянии буду. А, нет, 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 не убивайте меня, у меня есть рыба, у меня есть рыба. Рыба! Успел рыбу съесть. Стреляю. Рестарт сейв. Ой, какой ужас. Предлагает перезагрузить игру. Загрузиться в последний момент загрузиться. Так, маленькая передышка. Да, проблемка у нас. Вот этот был нормальный момент. Ладно, эти пушки я уберу оттуда, с этого места. Да, поставлю стену в другом месте. А эти стены надо будет... Да, ничего с ними не надо будет, пусть они тут стоят. Я сделаю ограждение чуть-чуть поближе. Где-нибудь вот здесь. Хотя уже истратил стены, ну ладно, все стены появляются. Они будут сдерживать хоть на какое-то время жуков противных. О, эту стену я успел поставить. Вот так. О-оу. Ставлю паузу до прихода Стива. Вымою тарелку.
Так, ну что, пришел? Нет, еще поставлю чайник. Макарон. Лапшу приготовлю. Быстрое. Быстрое приготовление. Так, ну что, присоединился? Нет, еще. Так. Решение у него какое-то есть. Ну какое? Салюш. Решение. Какой солюшен? Какая резолюция? Угу. Остановить продукцию. Хочет лазер получить быстро. Ай. Но еще будет, все равно будет загрязнение. Я предлагаю уничтожить все, майнеры и печки. Но мы можем это попробовать. Сделать, деактивировать все. Окей. Ну это будет тщетная попытка. Наивный. Наивный чукотский юноша. Ну ладно.
Ага. Отключить электричество. Ну-ну. Ага. Инвертеры удалил. Так. Ну все, сейчас у нас не будет электричества. Стив хочет сделать вручную патронов достаточное количество. Зачем-то. Это невозможно. Никак. Impossible. Это у нас не будет ни стен. Сейчас кирпича заберу. Вот они. Ни стен не будет. Последнее делаю. Ну, жуки все ломают, что? Они будут ломать. Загрязнение долго будет. А, у меня красные патроны. Все моргает красным. Пушки стрелять не могут, потому что инвертеры не будут загружать патроны. Не вариант. О, камни, камни, камни. Зачем мне камни? Неважно, я вижу камни, значит, я собираю камни. О, не понимаю, что дальше делать-то. Что дальше? Так, этот у нас пустой майнер. Не нужен. У этого майнера три железных руды в распоряжении. Этот пустой. 142. Так. Он надеется, что загрязнение спадет, что не будет загрязнения, жуки меньше будут атаковать нас. Наивный чукотский юноша. Жуки будут атаковать. Где карта? Переместим печки, когда спадет загрязнение. Сейчас вот жуки сломают здесь стену и пройдут к нам. Потому что они чувствуют источник загрязнения. Вот ломают они стену. Они чувствуют загрязнение. Они же ходят по загрязненным по загрязненной территории. О, сейчас пройдут. Снизу идут. С юга. Так, пушки стреляют последними патронами, которые у них есть.
Опа! Что? Они нам все ломают. Пока меня не было. Опа! Сохранить. Так, сохраняю. Вот так. Что такое? Что, потерял я Стива? Здесь он. А? Так. Что сломали еще? Ну, загрязнение будет расползаться. Долго еще. Ой. Не там. Слышно, как тикает? Не знаю, или нет. Не знаю, слышно или нет, не знаю, видно или нет. Так. Так. Так, ну что? Он спрашивает, почему загрязнение не спадает? Потому что я объясняю, что долго ждать. Сколько время? О, еще минут 10 и все. А сколько у меня будильник? 20:10 вроде. Гнезда и деревья поглощают загрязнение. Ну-ну. Это все растет, загрязнение. Он говорит, что загрязнение продолжается. Так, я хотел будильник посмотреть. Да ебать. Так, сейчас будильник посмотрю. Так, сколько осталось времени? Так, 15 минут я взял. 15 минут, 8:15. А сейчас у меня тут на часах. О, лаги. А. Так.
Так, злые жуки нападают. Хе, я буду защищать базу, а он будет искать нефть. Это у него такая идея. Идея фикс. Давай, ищи. Тебя грохнут сейчас быстро. Я буду смеяться. Я это написал. А, так, на севере что-то. Происходит нехорошее. Стены последние трачу на оборону. Ну что, нашел нефть? Да, есть, нашел. Все. Нашел нефть. Молодец. Как ее заполучить? Вопрос. Хватит для начала. Так, сейчас я вам скажу, что у меня осталось времени. Сегодня. Так, я еще не гулял много. Сидел в ресторане Бургер Кинг больше часа. Начальник потом сказал: ох, я про тебя забыл, дружок. Прости, что сюда так долго сидел. Я его сверлил глазами больше часа. Сидел там, в зале. Сложно устраиваться на работу. Что там, нападают? О, атакуют. Защитим. Ой, как их много. Как их много. Клюются. Нахи, дома. Питеры клюются. Пушки. Так, что-то я наступил. Пишут. Расширяется ли загрязнение, он спрашивает. Ну да. Почему нет-то? Так, программа «Суицид» не сработала.
мой автосейв каждые 45 минут. Так, он поставил пушки. Так, тикают. Тикают. Это таймер груша, и она застревает у меня. Перестает тикать. Ну что, загрузимся? Опять. Что, сломали? Хорош, карта, надо ее будет либо заново начать, либо загрузиться с последнего сейва. Сейчас мы ждем, пока спадет загрязнение, оно не спадает. Он будет ждать, в общем. Ради эксперимента. Ждать, сколько времени понадобится, чтобы уменьшилась зона загрязнения. Скоро мы проиграем. Скоро жуки все сломают. Он клянется, что это расширяется. Ой, не то, не то. Кроуч, кроуч красца, наверное. Сейчас мой 6-летний ребенок придет из садика. Нянечка его придет.
поменяться местами предлагаю. Он будет защищать меня, а я буду создавать фабрики. Так, таймер мой загремел. Значит, лапша готова и уже достаточно остыла, чтобы ее можно было поедать. Так. Опять у него лаг. Так, что я его потерял? Так, он дисконнектился. Я получил сообщение, что он дисконнектился. Так, какое сообщение? Освободить. Он пытался освободить поле. Наш депозит железной руды, но у него не хватило времени. Опять его лагает. Я говорю, мы можем пытаться снова. А что, уменьшилась зона загрязнения? А, нет, не уменьшилась. Оценит мою шутку. Я говорю, будем играть до смерти, пока один из нас не умрет. Ах, плохое соединение, говорит. Спрашивают, буду ли я уже выходить. Я говорю, да. Все, пожалуй, я выхожу. Так он что, отключился? Да, все. Я выхожу из игры.
Так, все, я пишу, что я выхожу здесь. И сохранюсь в этом месте под новым именем файла. Если будет интересно посмотреть, что пишут. Не вижу, я беру лупу, чтобы посмотреть. А он будет больше тестировать игру. Испытывать. Угу. Все, на этом я заканчиваю игру. Останавливаю запись. Сегодня не играю больше.